Здравствуйте. Друзья, здравствуйте. Милые наши гости. Очень рада вам представить весь состав Мирайфа сегодня. Музыканты, я всегда говорю, с которыми я имею честь действительно выступать на одной сцене. Денис Прушинский, саксофон флейта. Александр Бакунин, бас-гитар. Армен Грабов, фортепиано. Петр Левшин, барабан. Меня зовут Марьяна, это Мирайф. И мы сегодня у нас крайний концерт мой перед большим прыжком, скажем так. Возвращусь, наверное, только в сентябре. И я очень счастлива, что мы вот такой компании будем сегодня свободно говорить. Потому что все-таки, конечно же, это диалог. Концерт — это диалог. И я буду вам признательна, если вы будете свободны в этом диалоге. Я постараюсь максимально. Спасибо. Начнем с классики, скорее всего. Российский блюз. I can't lose my passion, sweet blues. Oh yeah.
Someday he'll come along. Thank you.
Совершенно роскошную женщину, певицу. Просто у нее сейчас концерт следующий, не надо ехать. Так бы я, конечно, ее засунул куда-нибудь в конце и придержала бы для полного экстаза. Таису Румидис! Тася, поздоровайся. Доброй ночи. Или еще вечер. Я, видимо, в волнении вообще запуталась уже во времени. Добрый вечер, безусловно. И я рада, что я успела. И мне все равно, что там ждут. Главное, что такси ждет, понимаете? Это всегда самое важное. Да, и мы подарим вам немного нашей общей любви. Я обожаю ее, обожаю этих мужчин. Это счастье с ними стоять на одной стороне. И мы немного похожи. Если кто-то не заметил. Тася, кто помоложе? Прекрасно. Ну, она проверяет 2-3 года, я считаю, это не разница. В свете того, что через 2 месяца я снова стану. Ну вот просто я еще долго это не успела сделать. Так что, надеюсь, еще коллеги. Антонио Карлос Джобим. Динди. To the lady.
Thank you.
потрясающими музыкантами. Вам хорошего вечера, а мне быстрой дороги. Да, я сейчас пойду провожу кассу и оставляю вас с лучшей части, с лучшей половиной Мирайфа, это мужской. А, и прозвучит авторское произведение. Какое? Чилим? Чилим. Чилим. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Oh,
что, может быть, по блюзу? Чтобы ни у кого не закрались подозрения в том, что мы хотим домой, я скажу, что эта песня совершенно не об этом. I want to go home. Это блюз совершенно о другом доме, о котором тоскует, в принципе, по-настоящему наша душа. Если мы услышим это в жизни, тогда мы станем намного лучше. I want to go home. Thank you.
мое счастье. Гет Замидзе мой друг. Но это не самое главное. Главное, что он друг всех, кто любит настоящую, хорошую, супер музыку и настоящий блюз. Гет Замидзе абсолютно великолепный блюзмен. А как он поет блюз? Как волк. Лучше в этот. Я пошла. На самом деле это великая певица. Давайте послушаем. Ну помирать. Вы потерпите еще один медленный блюз. Про понедельник. Понедельник мама их родила. Называется Stormy Monday Blues. Down in the train.
Yeah.
первую очередь. Марина, вы молодец. Спасибо вам огромное. Фанерщик. Фанерщик. Испанился. Наконец-то. О, наконец. Нас подключили. Спасибо огромное. Удачи. Вы не забудьте. Я все покажу, что надо петь. Готовься. Все знают. Нет, не все. Есть новые люди. Я все расскажу. Главное не дрейфить. Главное качать. Ты пошел качаться? Thank you.
как внезапно кончился диван. Я могу сказать, как внезапно кончилось все счастье. Come on, come on, come on, come on. Маловато будет. Написанных Мираевым, в частности, Арманом Мирабовым и Мусеем Мусеем. А какая будет вещь? Лаки! Лаки! Счастливчик!
Денис Кучинский, Александр Бакунин, Егор Ильшин, Армен Грант. Я вас предупреждала, что на сцену выйдет еще одна представительница великого народа. Совершенно фантастическая, правда. Девушка, как-то вот в ней уживается и уникальным образом. И красота, и талант, и здоровый юмор, и все вместе. Вообще чудесный человек. Встречайте Таро Дудунья. Thank you.
Начало и потом удаляюсь.
Столько новых открытий, столько сладких часов счастья на сцене, когда будет и громко, и наконец-то, и тихо. Но это нюансы, и поэтому их надо любить, аплодировать. Нам уже это правильно ориентирует. Никто не рождается гением с вами. Нет, рождается, но и так далее. Сейчас не обидят люди. Я очень хочу вам спеть.
So Many Stars. Спасибо. А ты тоже 100 лет не играл. Сегодня можно. Я не скажу, что сегодня зеленый концерт, но, очевидно, он настолько свободный. Спасибо вам огромное. С вами очень откровенно. Bye.
Спасибо большое. Я приглашаю на эту сцену моих давних и фантастических друзей. Да, которые сами направили. Причем сначала отказывались, она оставила придумали скрипки. Фантастическая, правда, скрипачка Екатерина Лиманова. Сегодня она без скрипки, но зато в каких-то сумасшедших лосинах. И действительно прекрасный пианист, классический и не только, но главным образом, конечно, классический. Лауреатство просто невероятное. Сколько? Я даже не помню, сколько. Игорь Полтавцев. А что ты будешь петь? Ты будешь петь, да? Сейчас не только я буду петь, сейчас еще и ты будешь. Я не буду петь. У меня не было этого в программе. И ты, может быть, ты тоже понятно. А что ты собралась? Я просто очень люблю свою подругу, музыканта, певицу, вообще потрясающего человека, Марьям. Я знаю, что она на некоторое время покидает, скажем так, концертные площадки Москвы. На некоторое время, ненадолго. Но я хотела бы вот сейчас спеть для нее эту песню, она, что она очень любит. Не-не-не-не, конечно. Сейчас. Джези, на листе пожелтевшие. Осталось далеко до первой весны. Лучше тебя могут быть только. Но я люблю тебя, люблю сильнее, чем прежде. И так же, как тогда, кружится голова. И нисколько мы с тобой не постарели, только голову и неправду поселения кружат, и отпою свое мечтение. Снова будет звон, как я люблю. В глазах моих родных заметный усталость, а на листах моих осенняя роса. Yeah.
прекрасно. На самом деле, сейчас были на сцене действительно фантастические музыканты. В другом амплуа. Одна не захватила скрипку, другой не сыграл, а второй Рахманинова. Кстати, Игорь Полдавцев. И Екатерина Ивановна. Я... Марьям! Емеляй! Мои любимые, мои. А сейчас я покажу, что, в принципе, то, что было спето, вот этот великолепный, правда, романтик. Ну, я не поняла, почему ты приурочила это ко мне. Я даже ничего петь не умею. Все ты умеешь, я прекрасно понимаю. Тем более, что я все-таки через два месяца стану снова мамой. Значит, я еще молоду. Да. Вот сейчас будет Mad About the Boy. Доказательство того, что баллада – это чувство, джазовая баллада – это такие же чувства, какие прекрасные цыганский романс, русский романс, городской, ну и так далее. Вообще принято у людей все делить. Пока люди не перестанут делить, они, в общем-то, так и останутся несчастными все-таки. Я так думаю. Тоже делить на религии, на стиле музыки, на тогда. Просто музыка есть. Есть. Он есть? Есть. Так это прекрасно. Все. Этого достаточно. Надо подумать. Scream.
огромное вам! На самом деле, конечно, это мой крайний концерт. Круто. Пожелайте мне удачи через 2 месяца. Я возвращусь в сентябре к вам с удовольствием. Вот. Вновь обретенным счастьем. Я, Мигралов, без невозможно, потому что мне уже капец. Все, я пошла. Вернусь в сентябре. Спасибо огромное вам. Армен Мирабов. Александр Макулин, бас-гитар. Петр Ильчин, барабан. Денис Кружинский, саксофон, флейта. У нас в гостях были Тамара Дунья. У нас были Таиса Румидис, была в начале. Прекрасно. У нас был фантастический человек с нами на сцене, Дед Загнидзе. И у нас теперь прекрасные официальные. Спасибо огромное, очень нас любят. И спасибо этому клубу, спасибо Райку, спасибо всем, потому что я, честно говоря, очень рада, что крайний концерт произошел именно здесь. Здесь прекрасная атмосфера. Спасибо.